если с правого ряда ехать прямо, то это как бы подстава получается. Прямо можно ехать только с левого ряда. Но правые тут об этом как бы не знают, едут прямо. И получается фигня иногда. Так что нужно аккуратно под них подсовываться. Либо ехать с правого ряда, но поглядывая на левых и пропуская их. Нелогичность этих знаков в том, что большинство потока, там 96%, идет прямо и налево. Направо тут уходят просто единицы, а им выделен целый ряд. Ну, это нелогично. Поэтому все, кто едут прямо, едут правым рядом. А те, кто уходит налево, едут слева рядом. Вот это логично, по-моему. Ну, вот Ипсун пошел направо.